Госуслуги в один клик. В Чувашии продолжается реализация майского указа Владимира Путина об оказании услуг в электронном виде. По предварительным данным Мининформполитики, к концу 2018-го такую возможность имели 74% населения республики. Эта цифра выше запланированной по стране на 4%. Активная информационная кампания позволила увеличить число зарегистрированных горожан в единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА. Порталом госуслуг пользуются 708 тысяч жителей республики. 158 тысяч присоединились в прошлом году. В Чувашии открыты специализированные центры обслуживания. Всего на территории Чувашской республики сейчас действует 240 центров обслуживания, в котором граждане могут как зарегистрироваться в ЕСИА, так и, соответственно, решить все проблемы с доступом, установленные пароли и так далее. Только за истекший год было открыто 59 новых центров обслуживания. Это в основном центры были открыты на отделениях пенсионного фонда и банковских структур. В прошлом году в электронный вид перевели еще 20 госуслуг. Среди них получение лицензии на работу в такси, выдача заверенных копий, подготовка документов по поддержке семей с детьми. Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу эффективнее работать с администрациями городов и районов и увеличить число пользователей электронных госуслуг.